Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру в WrestleMania Mayhem. Так, магазин, что у нас тут в магазине? Купить, это мне все не нужно, обойдемся, тем более вот это все за донат, ребят. Так что перебьемся как-нибудь, и, наверное, мы с вами продолжим сюжет. Так, AJ Styles, да, против него нам нужно драться. Опачки, с какого перепуга у нас тут травма, да? Так, секунду, а мы можем залечить? Да, ребятулечки, что-то не айс получается. Суперзвезда полностью здорова, это понятно. Но как же у меня здесь-то, а? Травма. Использовать. И все, и больше не могу, да? А, во, вот, отлично. Еще бесплатно можно за рекламу. Ну, это мне ни к чему. Ну что, ребята, я думаю, пора подраться нам против IG. Поехали. Так, я выберу... Да, я возьму Роллинса, точнее даже Сета. Поехали. Будем драть ему задницу к чертовой бабушке. Этому AJ Styles. Надеюсь, кнопки у меня не спутаны. Все как и было. Ну-ка. Отлично, все хорошо. Воу-воу-воу-воу. А что это у нас так здоровится-то? Маловато как-то. Непонятно. В чем проблема? Воу, щет! Перевертыш! Блин, не успел, ребята. Не успел я сделать перевертыш, к сожалению. А ну-ка. Давай-ка я попробую так вот. Ребят, где суперудар? Вот он. Вот он, мой родной суперударчик. Давай. Е-е-е. Попытка туши. Никаких попыток. Тебе хана, парень. Тебе хана, даже не дергайся. Е-е-е. Победили. Причем довольно неплохо, да, согласитесь? Немножко я, конечно, там оплошал, ну да ладно, бывает. Надо просто вспомнить, такие морды, да, у всех, офигеть. Так, ну что, мы с вами его победили. Второй выпуск завершен. Спасибо вам большое, у нас тут добыча. И новый выпуск, третий, открыт. У-у-у, это кто такой? Это что за парень, а? Безумный какой-то. Так, дай-ка я гляну вначале добычу свою. Вот. Кейс. Открыть, обязательно открываем. Посмотрим, что нам из него выпадет. Останавливаем. Так, какие-то энергетики. Что это такое? Какой-то, ребята... Ага, для применения только для суперзвезд класса Бравлер. Бравлер. Будем знать. Так, ускорение 9 минут. Но нам это не нужно. Через, кстати, ребята, через 9 минут, ну почти 10 минут, мы откроем с вами 4-часовой кейс. Ну ладно, пока время есть, нам надо идти с вами на сюжеточку. Завершено. А почему здесь 66%, а? С чего это вдруг? Так, ну что, поехали. Кто, что тут? Рекомендуемый рейтинг 359, а у меня 242. Офигеть. То есть я так понимаю, что я здесь сынуля, полнейший причем, да? А могу я кого-нибудь улучшить? Могу. AJ Styles. А если мы, например, с вами... У нас деньги-то есть хоть? Баксы. Баксы есть. 1700. Дай-ка я вот этого сета улучшу. Улучшение. Погнали. Вот так. 440 бакинских туда закинули. Угу. 111. Здоровье 808. Атака 75. И левел у нас 8 получается. Хм. И этого все равно будет маловато, да, я понимаю. Блин, 359. Подожди, а как же мне, ребята, сделать, ну, покруче себе рейтинг? Как вообще это возможно сделать? Может быть, здесь нужно пройти на 100%, а? Ух ты, давай попробуем. Давай, поехали. Так, у нас тут как раз рейтинг покруче. Начать. Подожди, я что, должен с самого начала? Ах, вот оно что, надо было еще, можно было поверху пойти, а я пошел понизу. Хорошо, значит, Джон Сина. Поехали, ребят. Начнем с него, опять же, он хочет от нас получить люлей. И у меня будет сет против него воевать. Ну, здорово, Сина, поехали. Да, именно yes. Отходим. Ну-ка, суперудар. Да что ты делаешь-то?
Ну? А как суперудар-то? Я не понял. Во! Вот, ребят, поймал я его. Ну-ка, перевертыша, надеюсь, не будет? Так что ты... Непонятно, ребят, надо что ли обязательно мышкой это делать? Так мне переключаться, офигеть можно просто. Так, ну поймаем, попробуем поймать. Ага, поймаешь что-то его. Хороший такой расколбас идет, смотри. Ты будешь суперудар делать, ё-моё, в конце концов, что ты делаешь-то? Лови его. Да уж. Вот, пошла маза. Бэм, вот именно что бэм. Погнали далее. Сина, успокойся, родной. Все будет хорошо. Промахнулся. А теперь вот так вот. Добивочный называется это. Ух ты! Ты понял, что он сделал? Он сделал перевертыш. Офигеть, ребятули. Мне, наверное, лучше вот так вот делать все-таки. Но никаких перевертышей нафиг. Отлично. Все, пора с ним завязывать. Раз, два, три. Полный нокаут. Естественно, я победил. Так, давайте нам награды. Продолжить. И теперь мы пойдем с вами не по нижней строчке, а по верхней. Да-да-да, я думаю, так будет лучше. Так, у нас там кофе. Вот мы его тоже нахлобучим, ребятули. Нахлобучим обязательно, конечно же. Так, рейтинг. Мы тут даже будем посильнее, вы это прекрасно видите. Так будем на равных. Поэтому придется опять сету отдуваться за всех. Ну и хорошо. Погнали. Кофе, кофе, кофе. Опа, 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 оп, оп, оп. Выдохся, выдохся. Выдохся, мой герой. Нет! Такого быть не может. Да как ты можешь так... Так, давай, так, так, так. Так, так, так. Так, так. Не успел. Или успел я вырваться все-таки? А ну-ка. Поймали мы этого хлопчика. Кофе Кингстон. Ага, так, так, так. Так, так, так. Вверх, вверх, в бок. Да что ты, как он мог вырваться-то? Я же все правильно нажимал, ну в самом-то деле. Ну-ка, ловим. Ловим паршивца. Перевертыш, я успел нажать. Бомбим его. Круто, круто вышло все. Ох, мы еще и заламываем его. Эть! Ошибся немножко, ребят. Хотел на опережение сделать, ну ладно. Я думаю, мы его все равно сейчас с вами добьем. Ну-ка. Пора отдыхать тебе, парнишка. Вот теперь чистая победа, ребят. Чистейшая, никуда она от нас не вырвется здесь, охламон этот. Я же говорил. У нас собирал, тем более, 112, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, кофе не подвел. Единственное, что, конечно, надо его немножечко подлечить. Здоровья у него очень мало. Но я думаю, пару боев он еще может на себе потянуть. Так, ну что же, у нас... Вау! Мы третий уровень заработали, нифига себе. А вот что такое двузвездный? Что это за ключики, интересно, такие, а? Новый режим, соперники, сражайтесь с другими игроками. Выигрывайте эксклюзивную добычу, зарабатывайте очки уважения. Ребята, то есть у нас открылся PvP-режим, правильно я это понимаю? Че, мне нужно еще с IG Stylus'ом подраться? Ну ладно, раз вы настаиваете на этом. Так, только я вот думаю, вот так вот. IG против IG. Поехали, посмотрим, чей AG будет круче и сильнее. Хотя мы практически с ним одинаковые. Понеслась мазута. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, тихо. Ох, как я его, нифига, ребята. На-ка себе, выкуси. У меня, кстати, татуировка здесь есть. А у него нет такой. Видите, сбоку. На-ка. Солидно, просто солидно. Накумарил его. Опа, еще разок. Ой, перевертыш был. Вы видели, да? Там загорелся экран. Тихо, тихо, надо вырваться. Так, так, так. Ну? Успели, успели вырваться мы. На-ка, получи. Ушлепок. Поймаем, нет? Лишь бы не перевертыш. Теперь мы его заламываем. Ну?
Да что такое? Как тут вообще реально все это сделать? Я не понимаю, тут... Тихо ты! На 147 бомбанул. Нифига себе! Парень, ты не припухли, а? Радость ты моя... Да ну! Эй! А если вот так вот? Давай без... Выкрутасов! Ты посмотри, что он сделал, а? Или он ничего не успел сделать? Нет, он... Ухоркали мы его. Так что мой AG сильнее и круче. Добро пожаловать в мир хаоса. Добро пожаловать. Это меня поздравили, да, типа? Добро пожаловать в мир хаоса. То есть открывается какой-то новый режим. Или что? 100%. Ёкаламаны. Посмотрите, ребята, мы с вами зарабатываем, надеюсь, какого-то нового игрока женского пола. Можно взять. Заберем, конечно. Так, давайте посмотрим суперзвезды. Смотрите-ка, новая. Байлей. Круть. Девчуля у меня появилась, не было до этого. И это круто, ребят. Это честно круто. Добро пожаловать. Вы прошли много выпусков. Получите что, один слиток? Спасибо вам за один слиточек. Очень мило с вашей стороны. Так, ну что, мы это закрываем. И это тоже надо закрыть. Добыча, вот я хочу добычу, ребят, посмотреть. Где она, вот. Кейс, открываем. А, ну тут понял я. Тут опять у нас какие-то... Ух ты, а здесь можно, ребята, и герои получить. Не только баночки да скляночки. Ага, три. Три энергетика. Кстати, у меня AG. Именно вот с таким значком. Угу. Одна минута остается, ребят. Скоро откроем часовой. Четырехчасовой кейс. Так, игра соперник. Оу, хо-хоу. 1-1. Bizarre One. Это что такое? Ну что, 1-1 попробуем? Или как? Давай попробуем. Ваша команда, добавить суперзвезду. Так, я думаю, что нам нужно с вами добавить, наверное, все-таки Сета. Хотя у него очень мало здоровья, видите, да? Давай вот так вот сделаем. Подожди. Подожди. А почему здоровье-то? Или это не имеет значения? Так, выбрать. Подожди. Не так. Нет. Давай, выбрать суперзвезду. Все, выбираю вот этого вот. Искать матч 25 бакинских? Ладно, поехали. Поиск. Сейчас заодно и посмотрим, есть ли кто-то в игре. Есть. У-у-у. Так. Сколько у него? У него 4-й уровень. Блин, зараза, ребят, он крепче и сильнее меня будет. Поехали. Я разочек попробую. Он сильнее меня, да. Тут уж не поспоришь. Блин, ну это круто. Сейчас будет заваруха, ребят. Сейчас я, наверное, таких сейчас звездюлей буду получать. Давай попробуем. Опа! Накося! Родной мой, тебе нравится? Как ты, парень? Опа, меня поймали. Где перевертыш? Нету никакого перевертыша. Мне не дали такой возможности. Я-то думал, сейчас буду его тут лупашить. Он, наверное, только включился в игру. У меня какая-то слабость. Ёпрасоте. Неплохо. Да что ты будешь делать-то, парень, хорош. Нет, я тут вырваться должен. Вырываемся, ребята. Вырвался, отлично. Стоим. Ловим. Так. Без перевертышей. Шикарно. Так, стоим, ребята, в блоке. Да я же стоял в блоке, как он меня пробил? И перевертыши не дали, а? Ты посмотри на них. Поймал. Поймал говнюка. Теперь я должен его заламывать, да? Посмотрим, ребята, получится ли у нас. Ну, нет, ну как же так? Да ну, хорош. Поймал меня. Как мы с вами можем отходить назад? Я вот этого не помню. Что за ерунда? Хорош, парень. Не получилось. Вырвался таки.
Да ну, а как он так сделал? Ребзик, как он так сделал? Черт, победил меня. Ну дайте мне. Пошел от меня. Опять он меня поймал, а? Да как, почему я не могу ничего сделать? Ёпрсты. Вырваться дадут мне возможность? Нет, мне не дали вырваться. Я не могу понять, почему у меня не было ни разу перевертыша, чтобы я мог, ну как, вырваться из захвата. У него было два раза, причем у меня нифига. Одноразовое улучшение, нет, спасибо большое, не хочу. Получить сейчас. Отличная сделка, я не знаю, это опять донат какой-нибудь. Поражение, естественно, поражение. Так, давай выбирать дальше. А что, у меня сет отдыхает, типа, да? Ну, давай AG возьмем. Посмотрим, как AG. $25 тратим на поиск. Какого уровня? 17-го? Издевайтесь, что ли? Ёпрсте. Так, четвертый. Рейтинг по победам. 4 из 4. Поехали. Опять какой-то мне сильный достался. Ладно, фиг с ним. Давай попробуем. Попробуем. Сразу отскочил, а? Ты будешь отскакивать? Что там? А что это ему дает, интересно? Да тихо ты. Опа, она подловил. Что он сейчас будет делать? Хорош. Да как тут можно, блин, от этого перевертыша? Подловил его, гада этого. На! Получил свое? Ну, что ты там предположишь? Нет, 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 нет. Давай попробуем подловить. Опа, вот это вот как вот, ребята. У него почему-то срабатывает. А у меня? Вырвались мы? Вырвались. 4 из 4, да? Давай, иди сюда. Получил. Ну, как мы тут, ребят, тоже можем с вами? Да ну! Так будем потихонечку. Прыг-прыг-прыг-прыг. Шоу установлено. Почему? Почему шоу? А-а-а, поймал! Где перевертыш мой? Не-не-не-не-не, действительно, ноу-ноу-ноу. Вот именно что ноу-ноу-ноу. Так, погнали. Он подождал, когда я выдохнусь, да? Ну, я еще в этом слабоват пока. Иди отсюда от меня, гад. Чего, дополнительная энергия за что? За шоу, а если я так же сделаю? Тихо-тихо, ребята, у него суперудар. Сейчас закончится. Отходи, 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 отходи. Ну? Черт. Да ну, какой, блин, перевертыш? Да как он это делает, ребят? Ну, на самом деле. У него есть, у меня нету. Это, я считаю, что это нечестно. Я не знаю, как это сделать. Блин, я еще не попал. Какой какая кнопка... Блин, надо посмотреть, ребят. Надо посмотреть, какая кнопка у нас идет против захватов.
То есть, ну, вырваться, чтобы. Блин, самое удивительное, что нет, ребят, такой кнопки. Нет такой кнопки. Так, отдыхает. Ладно, давай попробуем поиграть кофе. Может быть, мне рано еще просто-напросто, а? Я только начал играть, ребята. У меня всего лишь третий уровень. 63-го. Блин. Черт, один из одного. У меня по победам... Ладно, поехали. Фиг с ним. Ух, как же мне вырываться-то вот от этих вот суператак? Может быть, кнопочка... W? Хрен его знает, ребят. Попробуем. Не гарантирую, что это поможет мне, но... Мало ли там. Так, шоу, да? Отходим, отходим. Да отвянь ты! Поймал все-таки. Не знаю, ребят, но на самом деле, я не знаю, как можно увернуться. Ты будешь брать его, хватать будешь или нет? Ну вот как у него появляется, а у меня нет? Ну ёпрасто, ну в самом деле. Я вот этого не догоняю, ребят. Я из-за этого много раз, ну, как сказать, не проигрываю. У меня нету, понимаешь, это, вот этой вот кнопки. Ну, парировать или как это называется там. Увернуться, уворачиваться. А вот эти вот удары, что я наношу, ну вообще ничего не наносят ему, понимаешь, просто. Стоит там. Опс, подловил. Ну вот как? Как вот ловить? Как вот можно? Не знаю, ребят. Короче, фигня полнейшая. Не могу уворачиваться и все. Может быть, у меня нету этого перевертыша. Черт его знает. А, подошел еще и постоял, посмотрел. Молодец я. Че тут говорить? Нет, парень, ну это ты, конечно, зря. Это ты, конечно, зря. Наверное, ребят, рановато, мне кажется, еще здесь. Как он может так сделать? Совсем нубас я, короче. Вот в этом плане совсем нубово у меня получается все. Эть, не вырвался. Блин, непонятно. Не знаю, как... В тренировке показывали вроде бы, как избавиться. Но там появлялась такая штука, на которую надо было нажимать. Перевертыш. Здесь ее нету. Хм. Так, ладно, поехали в следующий матч. Ребят, здесь я пока еще... Ну, нубас, видно, что нубас капитальный причем. Будем драться в сюжетке. Так. И, кстати, в сюжетке нужно... О, вау, тише, тише, тише. Выбери врага. Ну, давай вот это. В конце сезона вас ждет схватка с врагом. Так, хорошо, я согласен, типа. Выберите сложность. Ну, новичок пока. Пока новичок. Ну, я выбрал, что еще-то надо? Можно идти, да это понятно, что можно идти. Я же выбрал сложность, что еще нужно? Так, награды, тыры-пыры, начать, поехали. Стивен Аустин, да? Стив Аустин, ладно, поехали. Он у нас первый. Надеюсь, мы его сможем победить. Блин, как-то надо, ребята, учиться... Уворачиваться, точнее выходить из захватов. Фига ты начал-то резко-то как парень. А что замер-то? Что-то замер, стоял, ждал. В конце почему-то разродился. Так, ну тут хорошо получается, ребят. Тут... Айнстенли. Вырвался гаденыш. Ну, ему так хуже, так. Давай так сделаем еще. Ну, я думаю, что он не вырвется. Проигрыш.
постучал по этой, по полу. Ну что же, поехали. Блин, как же, ребята, был бы здесь какой-нибудь такой бот, с которым можно было бы тренироваться. Я бы как раз бы поучился бы уходить от захвата. Так, награда за путь. Спасибо. Кейн. Ну что же, Кейн так Кейн. О, ребята, у него бонус класса 50, а если мы его так поменяем? А? Что такое, Кейн? Слабо? Давай попробуем, ребята, его накумарить. Да здесь все легко, по-моему, будет. Даже... Оп, оп! На, на, на! Стул! Давай стулом его! Давай сюда, диван! На! Шикарно! Так, погнали! У него тоже есть стул! Тихо, 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 тихо! А если ему вот так вот... А-а-а! Да почему-то не срабатывает, как-то хрен поймешь, ребят! Я не могу вырваться! Как делать вот этот вот выход? Вот что меня интересует. Воу, на! Нифига я. Ну-ка, ловим, ребята, его. Ага. Ой, пипец, даже не мог попасть. Да, ребят, я только что с тренировки. Сказывается сразу же. Весь вялый, грустный, оглушение. И опа! Фига, я стол сломал им. Я думаю, что ему хана. Да, так у нас тут еще тоже какие-то были эти. Но с ботами-то драться это одно дело, ребята. Вот с реальными противниками это совсем уже другое. Вы сами видели, да? Слушай, а может быть девчули поиграть? Я хочу посмотреть, как она дерется. Серьезно вам говорю. Так, получаем вот это вот. За награду путь. Так. Брок Леснар. Встречайте суперзвезду в этом матче. Вы Андертайкер. Ничего себе у меня оверал, ребята. 4 звезды. Да он его сейчас просто порвет. Ведь порвет же. Блин, я всегда... Мне всегда нравится, как Андертайкер, ребят, выступает. Мне еще он с ранних игр нравился по... на Сеге в Расселмане. Так, давай проверим вот так вот. Оу! У, нифига себе, он его просто... Он, ребята, его просто наказал. Ну ты, Андертайкер, даешь. А что, глаза не закатываем? Закати глаза. Эх, не закатил. Обычно он закатывает глаза, и белки у него такие появляются, ни зрачков нету. Так, ну что же, нифига я за Андертайкера поиграл. Ну, он крут, 4 звезды-то. Первый выпуск завершен. Так, новый выпуск, второй, открыт. А здесь вот когда все это 5% выполнено. Это кто такие у нас? Что-то так перекосил чувачка. Дебют Провинг Экстрим. Ребят, может быть нам пора на экстрим с вами? А, да-да-да-да-да. Мы не можем начать, потому что у нас тут рейтинг слабоват. Нам нужно повышать себе рейтинг. А что это вот это такое, а? Нет подходящих суперзвезд. Все, я понял. А вот здесь, наверное, тоже, да, не... могу. Серия, множитель. Так, это очень интересно. Ну, давай я возьму. Понятно, он у меня пока болеет. Не могу я взять его. В общем, тут три режима у нас боевых. Один на один. Потом что-то один против всех, что ли. И... не знаю, ребят, надо смотреть. Надо смотреть, надо разбираться с этим делом. И открываем с вами вот этот вот кейс. Нам достается. Вау, Стивен Аустин, да? Стив Аустин. Так, слушай, а у нас где-то сундук должен быть. Вот он. Вот он, четырехчасовой. Отправляем его. Погнали. Что нам тут может выпасть? Блин, XL, аптечка, которая лечит, наверное, на... а, на 700. Замечательно. Так, суперзвезды. Новая, Аустин. Могу его прокачать. Блин, у него 77-й оверал. Предметов никаких нету. Нету. Я даже не знаю, кого. Роллинса, что ли, прокачивать дальше.
Но мне кажется, это глупо, да, на одном персонаже зацикливаться. Блин, даже не знаю. Давай Белли посмотрим. Хочу ее маленько прокачать. Вот хочу и все. Неплохо я в нее влил, да? Какой уровень? 6. Угу. Так, ну что, поехали на сюжет. Награды. Это все понятно. Суперзвезды. Это все тоже понятно. Альянса у меня, естественно, пока нету. Событий тоже пока нету. Домой. Можно найти в сундуке. Корпорейт Кейн. Корпоративный Кейн какой-то, да? То есть без маски, все как полагается. Блин, а мне только дают бой с соперником. Блин, я не хочу соперником. Давай так попробуем. 25 бакинских на поиск. Твою дивизию. У нее 6 уровень. Я не знаю, ребят. Ну, давай, поехали. Почему-то мне всегда дают намного круче, чем мой боец. Давай попробуем. Самое главное для меня препятствие — это как выходить из захватов вот этих вот. Так, а я еще к тому же за нее и не играл. Я даже не знаю, что она делает. Опа, она меня опередила. Нормуль. Отходим. Так, может быть, лучше нам и так попробовать? Ну-ка. Да как ты? Я не понимаю, ребят. Ну смотри, у нее прокатывает эта фигня. Чё за хрень? Ну-ка попробуем. Только не говори, что у тебя еще перевертыш сейчас сработал. Нет, не сработал. Да ладно, блин. Отходим. Поймал? Успел, по-моему, да? Ну как, ёпарасоте, блин? Пипец, блин, просто, прикинь. Я просто офигеваю с этого дурдома. Да хорош ты выдыхаешься еще мне здесь. Я уж думал, что... Ну-ка. Неужели, ребят, первая победа? Но все равно я не понимаю, как этот перевертыш работает. Хоть ты тресни. Ребят, если кто знает, напишите мне, на какую кнопку нажимать. Или как вообще делать этот перевертыш. У нее тут, я там видел, у нее когда загорается, это желтый рейтинг по победам. Первая победа из 3 поражений. Хе-хе. Все, хорош. Ух, ладно, ребятули. Наверное, мы на этом с вами завершим эту серию, да? Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы мне подскажете, как делать перевертыш, ядрить его на корень. И тогда мы здесь будем рвать наших врагов. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых, ребята, видосиков.